Такое необычное решение. Вот. Спасибо и музею, и капелле Возрождения. Вы знаете, звучит все совершенно не так, как в филармонии. Я вообще постоянный зритель. И даже, знаете, такое впечатление, что не просто вот ушами слышишь, а телом. Все проникает внутрь. Очень понравилось. Чувствуешь себя как-то уютно, как будто ты находишься дома. И вот такая вот интимная, скажем так, обстановка, конечно, очень располагает.